высыпание прыщей, локализующиеся в области подбородка, по мнению медиков, могут быть сигналами о проблемах в гинекологической сфере, если это женщина, и эндокринной, если речь идет о мужчине. Тем не менее, причин высыпания в нижней части лица на порядок больше. Подбородок может быть поражен акне в случае, если человек перенес простудные заболевания, то могут появиться прыщи, в том числе и на подбородке, из-за ослабленного иммунитета. Сбои в работе пищеварительного тракта чреваты выбросами токсинов, которые провоцируют акне. Проблемы в эндокринной системе сигналят появлением прыщей не только у мужчин, но также женщин и детей. Часто проблема прыщей на подбородке кроется в банальных нарушениях гигиены лица, редком или слишком частом умывании, неправильно подобранной косметике у женщин или неправильном бритье у мужчин. Высыпание на лице также является следствием привычки прикасаться к лицу руками и теребить подбородок. В этом случае в поры заносится грязь, и они воспаляются. Помимо перечисленных причин, истоки проблемы могут крыться в возрастных изменениях, авитаминозах, постоянные стрессы, инфекции, а также высокая влажность, провоцирующая повышенное потоотделение.